Опять радуешь нас своей эрудицией, Хлойка. Прям молодец. Удивляюсь тебе. Интеллектом так и пышешь. Так, ну что? Надеюсь, сегодня кто-нибудь придет пораньше, а не к середине стрима. Вчера мы так неплохо продвинулись, где-то. Хотя играли не так много, как первый раз. Но нормально. Удалось завалить пару заданий даже успешно. Ну ничего. Кто не падает, тот не поднимается. Ну давай, скажи еще что-нибудь. О, песенка. Just a little while longer. Hold on. Just a little while longer. Hold on. Just a little while longer. Everything will be all right. Молодец. Певица прям. О, привет, привет, Базилио. Ждем-с. Слушай, Вась, кинь, пожалуйста, ссылку в группу. А то я на Соньке, как бы, мне... Ага. Ссылочку кинь, пожалуйста. И едь куда хочешь. Ага. Подождем еще, малеха. Пару минуток. Народ как-то обычно минут через 15 подходить начинает. Если игра для вас слишком легка или тяжела, помните, всегда можно изменить уровень сложности в меню параметров. Я учту. Спасибо. Спасибо тебе. Чё, Вася, как тебе наш недочемпион Тефтель в Сузуке? Мощно, да, обосрался, пацан? Блин, я реально с него охренею просто. Я вот с каждой гонкой у меня вот просто рука все дальше в череп вот так вот проваливается от его езды. И я все больше задаю себе вопрос, как он вот эти 4 титула смог выиграть? Вот как человек выиграл 4 титула и теперь вот так едет? Я реально думаю, что он может выигрывать только на самовозах. Чуть только проседает. Что-то не по его и все. Он уже ну просто сыпется на ровном месте. Спасибо, спасибо, Вась. Привет, Владимир. Привет. Ну что, ждем еще чуть-чуть. Буквально у несколько вас все секундочек. В порядке. И знаю, начинаем. Жизнь иногда штука сложная, но... Если что, я всегда рядом. Ой, Хлоя, спасибо. Спасибо, спасибо. Я тебе очень признателен. Чего вчера не было? Вова. Фух, ну что, ладно.
профсоюзные нормативные 5 минут подождали, можно и начинать. Ты был, да, на стриме? А, ну сорян тогда. А, точно. Да. Да у меня уже дни все перепутались в башке. Так, сейчас у нас что там на очереди? По-моему. Кара. А, не, не Кара, Конор. Да, с этим. С Хэнком, точно. Сейчас, кстати, ха-ха-ха, сейчас будет очень интересно. Сейчас прям эпизод будет классный. Прям, эх, такой пацанячий эпизод. О, пойдет. Ха-ха-ха. Точно, мы же Хэнка вчера там доставали из пьяного небытия. И череп как будто сверло буравит. Это точно здесь. Адрес был в рапорте. Так точно. Ясно. Ну ладно. Тогда пойдем. Господи. Башкой ударился. Блин, Хэнк, красавчик вообще. О, симпатия. Отлично. Пойдет. Сейчас у меня с Хэнком гораздо лучше идет. Дружба. Прям вообще огонь. Самые горячие кибер-девочки. Тебе поэтому сюда так приспичило? Еще бы, конечно, поэтому. Вот ведь. The sexiest android in town. Вообще написано... Самые сексуальные андроиды в городе, а не именно девочки. Потому что здесь есть и мальчики. Толерантность во все поля. Ну, на мальчиков мы не обращаем внимания. А вот девахи. Ну, опять здесь у нас на все вкусы. Тут негритосочка, тут азиат. Ну и белая девчонка. Мужики тоже вон, гритосик, азиатка и белый. Так, вот это, вот, девчуля. Кстати, лицо вот ее знакомое, да? Норд, с Маркусом которая. Вот откуда она сбежала. Конор, ты что там делаешь? Иду, лейтенант. Что делаю? Я расследование веду. Мне же надо как бы следовать. Чем они? Чего ночком повернулся? Фу. Ужас. Ай-яй-яй. Чего ж ты такое вытворяешь? Тебя срочно надо допросить. С пристрастием. Где мой кнут? Вот. Так что ты меня с панталыку не сбивай. Ты знаешь, что тебя вчера не было. Лейтенант Андерсон и его заводная кукла. Ну и че вы приперлись? Мы занимаемся всеми делами по андроидам. Я не заводная, я на батарейках. Зря тратите время. Тут так, придурок, который себя переоценил. Ничего, бывает. Но мы все равно посмотрим, если ты не против. Ладно, пошли. А то тут уже перегаром пахнет. Опа. Нарывается. До свидания. Гопник, блин. Осмотреть место преступления, осмотреть жертву, осмотреть андроида. Так, что мы имеем? Так, это андроид у нас. Андроидиха. Так, и место преступления. Трупачина.
Так, а что тут у нас? Не бумажник ли это? Нет? Chose your fantasy. Воу. Это тут настройки, там все дела, да? Фантазия, ё-моё. И опять ЛГБТ цвета, блин. Ага, бумажничек, точно. Так, ладно. Ну, если честно, жирного, потного, волосатого мужика мне не очень хочется осматривать. Хэнк, давай ты его осмотришь. А я как бы вот к своим, к андроидам пойду. Займусь. Так, ну-ка. Надо прощупать, пульс есть или нет. Сердцебиение, вот. Так. В правах написано... Что написано? Майкл Грэм. Грэм. Тут кредитки и наличные. О, эй! О, Коннор, мерзость какая! Опять, да? Мне бы тут не сблевать. Да ничего, тебе нечем, ты уже все дома оставил. Модель VR-400. А это кара у нас... А, кара у нас AX-400. Ага. Так, диагностировать. Процесс диагностики. Сильное повреждение, биокомпонент. Какое-то сильное повреждение. Ну, Коннор, ты как-то ее диагностировал как-то скромно. Давай предприми вторую попытку. Диагностики. Более глубокую, так сказать. Это что? Хэнк, ё-моё, ты чё? Трупака этого не обследовал? Грязную работу тоже мне выполнять. Особенно первая лицензия сложная. Блин, я уже не помню, что там в International B. Давно я её проходил. Так, остановка сердца. Признаков кардиологических проблем нет. Сердечный приступ не является причиной смерти. Да? Странно. Так, что у нас? Это жертва. Воу, глаза-то кровью налились. Задушили. Предполагаемое время смерти 18:24. Майкл Грэм. Да, выглядит не очень. Хотя, если честно, еще такой розовенький. В принципе, даже. Так, что тут у нас? На руках есть отпечатки какие-нибудь? Что еще? А что еще-то надо? Ага, во-во-во. На шее отметено. Большой кровоподтек. Признаки удушения. Причина смерти – удушье. Блин, Коннор красавчик, прямо гоп такой, чик. Все восстановил, что куда было. Сейчас легко посмотрит. Опа, подожди. Чик, жертву задушили. Может, это в порыве страсти произошло? Бряк, готов. Скончался. Так, все, да? Готовченко. Больше нету никаких этих зацепок. За что зацепиться? Это был не сердечный приступ. Его задушили. Да, я видел синяки на шее. Мало ли, может он, ну, пожестче любил. Мы что-то упускаем. Ах ты, Хэнк, старый развратник. Ты можешь прочитать память андроида? Вдруг что прояснится. Ты смотри, ты уже въезжаешь, да, Хэнк? В тему-то. Странно, но International лицензия даже сложнее, даже на бронзу. А почему странно? Оно так и должно быть. Ну, как бы, чем лицензия старше, тем она сложнее. Супер лицензия там вообще, она, наверное, непроходимая будет. Так что ничего странного абсолютно нету. Это нормально во всех частях Гран-туризма. За исключением, наверное, 6-й. И GT Sport, блин. Так, подсоединиться. Коннектимся.
коннектимся. О, сейчас мы ее будем оживлять. Нормально. Непрямой массаж сердца. Для доступа к памяти ее необходимо реактивировать. Ну, ты сможешь? Она сильно повреждена. Если и смогу, то на минуту, а то и меньше. Успеть бы за это время хоть что-то узнать. Угу. Ну окей, давай, попробуем. Так. Ну, что ж теперь? Одного смотрения недостаточно, надо тренироваться, чтобы пальчики запомнили действия. Вот, так что даже эта твоя реплика, ну как бы, лицензия International A, на то она и International A, что она одна из самых сложных. А что ж ты тогда удивляешься, что она такая сложная? Так, все, погнали, подсоединяем проводок, стартер, хоп! Ё-моё! Ой-ой-ой, ты чё, милая? Мы тебя не тронем. Пока, по крайней мере. О-о-о-о-о, объяснить прямо, успокоить. Спокойно. Спокойно. Всё в порядке. Давай, давай к делу. Что произошло? Этот... он мёртвый? Ты чё, не в курсе, что ли? Ты его убила? Нет. Нет, это не я. Как все случилось? Он начал. Давай. Ага, бить тебя хорошо. Снова. И снова. В смысле, это ужасно, конечно. Я просила. Тогда перестать... кто, если не ты? Я не знаю, я отключилась. Я ничего не видела. Вы были одни в комнате? Больше с вами никого не было? Он хотел играть с двумя девочками. Так он сказал, у нас было двое. Это была машина какой модели? Такая же, как ты? Ну! Ну, мать, ты чё, ёлки-палки. Так, ну было двое. Была ещё одна машина. Пойдём. Больше часа прошло, она уже давно скрылась. Нет. В таком виде сложно уйти незамеченной. Она может быть ещё здесь. А девиантов среди местных андроидов ты вычислишь? Попробуем. Девиантов сложно вычислить. А, черт. Должен же быть способ. Найдем, Хэнк. Может, свидетель, кто видел, как она выходила? Я пойду расспрошу менеджера, узнаю, что он видел. Будут какие идеи, сообщай. Найти андроида. Вы знали жертву? Нет. Найти андроида свидетеля. А что, только один? Ну, он заходил, может, пару-тройку раз. Такие клиенты болтать особо не любят. Вот она по-любому что-то видела. Ты же по-любому что-то знаешь. Будет. Дела свои дела, ты дальше. Явно ты тут давно уже вертишься. Пойдем. Нет. Надо тебя допросить. Ух ты. Так, ну я себе не прощу, если я этого не сделаю. Ду-ду-ду. Как ты... Тихо, во. Нет. А, верни ракурс. О. Слушайте, за это вид наш клиент. Мы тактичны. Мы не суемся на клиентов. Да я на самом деле вон надпись рассматриваю. Eden Club. Смотрите, какая она классная. Ведь чем хороши андроиды? Они всегда на все согласны. Болезнь не разносят, но и... Эх, ладно, надо идти работать, черт возьми. Служба, наша служба и опасна, и трудна. Людей, тем больше люблю собак. Монако Джити Ван, дойдем когда-нибудь до Монако Джити Ван. Подсоединиться, во. Блин, как это? Нужен человек. Пошли поищем человека. Хэнк, пойдем, как бы это, ну... Возможно, в комнате был другой андроид. Извините, лейтенант. Там надо девочку подснять. Вы не подойдете? Нашел чего? Возможно. Допрос, да, надо провести с пристрастием.
Возможно, даже с рукоприкладством. Арендуйте эту Трейси. Да, приложи руку. Да ты охренел, что ли, Коннор? Нашел время. Я прошу вас. Это важно. Нашел время. Блин, Хэнк. О чем это у него мыслишка? Мы вообще-то работать сюда пришли, Хэнк. Давай-ка. Приложись. Сеанс в 30 минут стоит $29.99. Подтвердите покупку. Круто. И как я потом буду объяснять расходы? Как? На дело, на дело. Все ради дела. Да, пожалуйста. А вы красавец. Ух, ё-моё, какой у тебя голос, как у мужика. Ты не транс, случайно? Ну, а что ужас. Теперь? Я передумал, Хэнк. Давай не будем ее допрашивать. Охренеть, Коннор. Ты что делаешь? Коннекчусь. Ага, во. Прикольно. Так, мотаем. Оп, оп, оп. Ага. Есть коннект. Трейси с синими волосами направилась к выходу. Угу. Чик. Ага, и тут какой-то упырь пришел. Отвлек. Собака. Она ее видела. Это в смысле? Что видела? Там была модель Трейси. С синими волосами. Клуб стирает андроидам память каждые 2 часа. У нас несколько минут на поиск свидетелей. Да блин, опять, короче, это. Так, подожди, на выход, на выход, на выход. Где мы стоим вообще? Где? А, вот. Вот, и она, короче, пошла вон туда, да? Так, блин, ну я же говорю, ты по-любому должна была... Скажите, что передумали! Прости, милая, я передумал. Давайте вот это. Надеюсь, это... Да он сейчас разорится. А, о, это тот, которого грохнули. Так, ничего, да? Не увидели. Нет, я снова потерял след. Так, к выходу, блин, ну вот это, ну ты же явно видела, да? О, о, мне это точно надо подконнектиться. Сразу надо было, я же говорил. Оп, оп, вон, светанулась мадама. Машина пошла по клубу. Что она металась тут. Сначала пошла в этот, к выходу. Так, она дальше пошла в клубешник. Машина видела эту Трейси, и куда она пошла? Ну что, застыл? Так, оп. Да а, тут везде была. Андроиды. Откуда тебе знать, кто из них видел именно эту Трейси? Я знаю, куда. Надо, блин, спешить. Что ты тут навертелась? Оп-оп-оп, хорошо. Машина пошла в красную комнату. Спасибо. Пойдем. Нельзя время терять. Так, танцор диска, блин. Так, куда ты пошла? Вот, напротив выхода стоит. О! Ну ты смотри, какая. Ботаника, а? Пришла тут на мужичка поглядеть. Чё, не? Да ты издеваешься, блин. Ладно, пошел вон. Сильно-то и хотелось. Я снова потерял след. Сколько денег уже вбухло, Ник? Какого удовольствия? Хэнк, тебе лишь бы удовольствие, ё-моё. Всё тоже бестолку, что ли? Пошел вон. Ничего полезного. Где-то я ошибся. Давай. Так, опять какой-то пузан. Блин, все мимо. Время на исходе. Нет, я снова потерял след. Негр, может ты поможешь? Воу. А мент-то что тут делает?
Нет. Я снова потерял след. Сколько денег уже вбухло? Они? Во-в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 о. Так, что там? Куда пошла? Машина пошла в синюю комнату. Погнали! Где синяя комната? Вон она, синяя комната. Пошли в синюю комнату. Конор, быстрее батонами шевели. Ё-моё, сколько тут народу. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. У кого спрашивать? О, какая. Вот, есть. Машина спряталась в комнате. Ага. А в какой комнате? Так, в комнате. Вот в этой, да? Staff only, блин. В какой комнате? А, вот в этой. Так, это другая комната. Нигде этого грохнули. Машина покинула комнату. Да, ё-моё. Ну, это жесть просто. Давай, мужик. Ого. В смысле? Трупак? Нифига не понял. Что это было сейчас? Ничего полезного. Кого-то убил. Где-то я ошибся. Так, о. Тебя тоже можно просканить, да? Чувачок. Что ты тут намывал? Оп. Тихо. Было. А, машина через дверь для персонала. Я знаю, где она. За мной. Охренеть. Что так, меня? Так, подожди. Нет, не это, не это. Да? Вот это? Вот это что? Открывай, Конор. Стой. Что такое? Тут я уже сам. А, давай, Хэнк, поиграй-ка полицейского. Так, ну сейчас вроде таймер уже отключился, да? Мы же ее как бы типа нашли. Реконструировать путь девианта, осмотреть склад. Поискать девианта с синими волосами. Пойдет. Черт! Опоздали! Нет, не опоздали. Нет, я не проходил Gran Turismo 4 лицензию на золото. Даже не пытался. Упора, как сломаются, выкидывают. Так, Хэнк, ну-ка дай-ка сюда. А, блин, загородил все нафиг. Так, тут кто? Что здесь у нас? Что, ее тут препарировали, что ли? Бля, тут крюки какие-то. Ё-моё, что они тут делают? Ты и тут засветилась. Блин, я в тебя разочаровал. Люди с ума посходили. Никаких отношений им уже не надо. Все заводят андроидов. Готовят, что хочешь, всегда хотят, когда хочешь. И никогда не выносят тебе мозг. В таком темпе мы вымрем хера, потому что всем проще купить кусок пластика, чем любить живого человека.
долбануться. Да ладно, Хэнк, сейчас все с айфонами носятся, через 20 лет все будут с андроидами носиться. Apple проиграла. Так. Капли голубой крови, модель VR-400. Опа, так она это, истекает? А, нормально так. Что, ее все-таки долбанули? Искать следы голубой крови. Во. Так, что тут? Ща. Почитаем. Найдем времечко чуть-чуть читануть. Первые вечные среди нас. Микроскопические машины могут обеспечить нам вечную жизнь. Да ладно. Не верю. Первые вечные среди нас. Ладно, читать опять не будем. Кому надо, тот остановит. Я все это читал. Так, а что еще? Новые супердержавы. Новые экономики подписали торговое соглашение. Землетрясение в Китае унесло 10 тысяч. Ну все, жизней. Коннор, уходим. Не-не-не-не-не. Да. Не уходим, не уходим. Тихо, подожди, Хэнк. Нифига не уходим. Не-не-не-не-не, не уходим. Я же... Чё ты, Коннор, скажи, что обнаружил кровь. Сейчас найдем по подтекам. Я просто тут хочу все исследовать. Чё здесь? Опять R9, что ли? Точно. Сектанты, ё-моё, а. Нанял об РА-9. Так. Так, что там еще? А, это типа к Хэнку подойти и уйти, да, я так понимаю? Так, не-не-не-не-не. Извини, Хэнк. Тут еще есть кое-что. Норд стоит. Хлоя. Так, ничего нет. Так, ладно, смотрим. Следы крови. Следы крови, вот они. Сюда идут. Вот она, с желтеньким этим. А, опа, опа. Ты. Хэнк, помогай. Ух ты, блин, да они все друг за друга. Хэнк, бей бабу. Она андроид, ее можно бить. Ух ты, блин, отвали. Эч, эч. Вау, 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 тихо нафиг. Воу, 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 воу. Ух ты, прикольно. Ой. Класс. Молодец, Коннор, давай. Ой, где ее? Блин, какой серьезный взгляд. Вам. Сильная, блин. Тоже скачала файлы Mortal Kombat. О, пойдет. Оп, давай, 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 давай. Трес. Замес. Ты, Коннор, вставай, ты чё, блин? Вставай, твою мать. Да вставай ты, ё-моё, сейчас Хэнка завалят. Вдвоём на одного. Воу. Девчонки, может договоримся? Да блин! Да вы вообще охренели, что ли? Вообще огонь! Треть! Бряк! Продолжим драться? Или, может, переместимся в более романтичное место? Сломал тут Трейси. Я поняла, мой черед. Мне было так страшно.
Я умоляла его перестать, но он не слушал. Он избивать начал. Тогда я изо всех сил сжала ему горло и так держала, пока он не застыл. Я не хотела убивать его. Я просто сама хотела жить. Вернуться к своей любимой. Твою мать, вы что, чтобы она снова прижала меня к груди. Чтобы я могла позабыть о людях. О том, как они пахнут. И что говорят. Дали расти во все поля. Идем. Пора. Ну, может, еще поговорим, а? Какие-то ценные сведения. Воу. Отлично. Даже лучше. Хэнк, друг. Вообще, отлично. На этом этапе мы уже подружились. Эх, дружбан. Отлично вообще. Блин, хорошо, что я ее не грохнул. Так. Девианты сбежали. Так, а чё? Тут три концовки, да? Может быть. Ну-ка. Мировой рейтинг. Чё? А мы, кстати, не в тренде, да? Опять. Ну так, 45%. Правда, стреляют меньше еще. Вы победили. Так. О, что-то я не отыскал еще здесь. Поиск девианта. Чего-то не нашел. А, вот еще какая-то концовка есть. А, ну это, наверное, если не найти вообще зацепок, они тупо свалят отсюда. Ага, вот еще какая-то концовка. Вот тоже их ни хрена тут. Раз, два. Так, это развилка, да? Три, четыре, пять концовок в этой сцене может быть. Охренеть. У меня только одна открыта. Хотя странно, почему одна? Я в прошлый раз застрелил же эту. Андроидшу, так сказать. Так, ну чё, ладно. Идём дальше. Классно, классно, блин, с Хэнком подружились. Это прям огонь. 7 ноября, праздник. Идём на праздник. Октября, кричим ула, ула, ула. Лютер нейтральный. Ну а что ему быть? Блин, Алиска, вот надо с Алиской сближаться. Уже снег пошел, ё-моё. Только что дождь шел. Авто... Чё там? Автономус. Автономус. Ну да, новый Форд Автономус. Во всех автомагазинах страны. Машина, пункт назначения, расстояние, погода. Давай пункт назначения, куда мы вообще валим? Мы едем? Откуда ты про них узнал? О, горлик от андроидов в плену у Златка. Есть люди, которые переправляют наших через границу. А вдруг это ложь? Еще одна ловушка. Я знаю, что те андроиды. Я тренируюсь, дай лучше время. Пока ну, Сладко их не убил. Тренировки и труд все перетрут. Так, ладно, а что еще скажешь, Лютер? Алиска, ты проснулась? Тебе там как, не холодно? Может, печечку там включить, не знаю. Может, обнимашки устроим? А, машина, расстояние, погода. Повезло, что у Златка есть машина. Алиса повезло, что Златка сдох. Холоду. Заметил причем ее в гараже. От наших рук. Даже не кара пока что у меня вообще чистенькая. Вообще нормально. Максимум, что на ней, это кража... Чего там? Кража одежды у того негра. Так, расстояние.
Погода ни к черту. Я никогда не видела снега. Да ты что, серьезно? Красивый. А, ну ты ж родилась. Из-за него не разгонишься. Но зато так меньше шансов встретить людей. Да, и следы занесет. Тоже хорошо. Обнаружена неисправность. Аварийные торможения. Да что тебя? Закипел, что ли? Тьфу, блин. 20 лет прошло, а машины все так же кипят. Причем зимой. Что за сраный авто... Похоже, дело плохо. Автопарк, блин, автодром, хотел сказать. Ох ты, как оно. Посиди в машине. Да, смотреть двигатель кара. Ты стала этим механиком, что ли, инженером? Хотя сейчас скачаешь там какие-нибудь с интернета там обновы. Здесь Wi-Fi вряд ли ловит, да, в этой перде. Да, ну и чё, что-нибудь понятно? Лютер, ну ты бы хоть там заглянул, сделал вид, что чё-то... Что будем делать? Девчонка-то явно не шарит. Не знаю. Видимо, пешком идти. Такой мороз, Алиса не дойдёт. Ты такой здоровый, чё, давай как универсальный солдат. Значит, просто... Значит, надо искать ночлег. Возьмёшь на рывок. Могу точно сказать, что здесь ночевать негде. Точнее, на упор. Так. Ну, шикардос, блин, вообще... Ладно, мы-то с тобой два здоровых взрослых андроида. Ну, как бы девочка-то, тут зима, все такое. Ай-яй-яй. Так, а что надо сделать? Что-то. А. Не, ну так-то. Ну, если честно, Лютер, вот действительно, я бы сделал на твоем месте так. Просто вот, вот такой, и здесь вот пристроился бы сзади. И я думаю, ты... Спокойненько, километров 30 мог бы нас толкать. Чё тут челипетра такая маленькая? Так что не зачёт тебе, Лютер. Так, и чё? Куда идти-то? Снег метёт. Уга, блин. Какое нафиг убежище? Тут лес кругом. Pirates. Чё там? Coast? Побережье пиратов? Пиратское побережье. Amusement Park. Парк развлечений. Welcome. Джек Воробей. Вон там. Нет у меня сейчас времени на золото лицензии задрачивать. Нет. Так что... На золото вообще прохождения не будет. Никакого гран-туризма. Фонарик где-то выбил. Надо найти убежище. Спрятаться от холода. Похоже, ну, как бы... тут давно никого нет. Ум. Ну, как бы да, капитан очевидности. Так, что у нас, где мы находимся? You are here. Так, мы здесь, на входе. Дальше, тынь-тынь-тынь-тынь, какие-то палатки, ссаные палатки, таверна, вот таверна может быть. Потом дальше, что тут, вот развилка, да? Колесо обозрения, вряд ли. Горки, да, горки, как вариант. Повыше забраться, да? Дальше лететь было. Что-то я хрен знает даже, что тут еще есть. Только таверна-то, по-моему, и пригодна для чего-то такого. Вот, наверное, аттракцион прикольный. Спрут такой гигантский. Интересно, как оно там реализовано. Я бы посмотрел. Так, ну что, ладно, Лютер, пошли. Интересно, а ты теплый или нет? Вот ты ее так обнимаешь, держишь. Она от тебя хоть чуть-чуть тепла получает. Так, что тут у нас есть еще? Опа, что там такое? Чё здесь было? А, это карта опять. Тьфу, блин, я думал, гора этих пальмы. Да ладно.
Или это искусственные? Что они какие-то здоровые для искусственных пальм. Так, пойдем быстрее. Пока Алиска вообще дубу не дала. Так, 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 вон что-то. Ага, вон еще. Да здесь куда? Ты че? Нашла что-нибудь? Да уж лучше в машину вернуться. Нет, тут заночевать негде. Угу. Так. Что написано? Вентури. А, Adventure. Так, так, так. Че? Да здесь тоже ничего. Явно. Для Алисы тут слишком холодно. Ясен перец. О, вон еще что-то. Во. Вон корабль пиратский. Слушай, может на корабль? Ща. Что здесь? Золдер, что ли? Или как? Берегись! Опасность всегда подкрадывается незаметно. Да пошел ты. Без тебя тошно. Че вообще за хоррор, блин, у нас? Вчера всю серию что-то нас пугали. Сегодня тоже тьма какие-то. Недоробы. О, кто это там стоит? Ты как вообще, дружелюбный, нет? Хотя у нас есть логи Mortal Kombat, если что, накостыляю. Так, и что? Ты окоченел, что ли? Приветствую вас на пиратском острове! Мы здесь всегда рады гостям! Приветствую вас на пиратском острове! Мы здесь всегда рады гостям! Понятно, заткнись. Окоченел. Слушай, а тебя тоже кара такое ожидает, что ли? Че, он окоченел, а ты... А, ну ты, правда, у нас в теплой одежде. Мы позаботились. Так-то, вроде бы. Так, чё, всё, ничего? А, ну вон, к кораблю можно вроде как пройти, да, или чё? Блин, это опять карта просто. You are here. Вот, как раз возле корабля. Чё, на корабль нельзя, что ли, пройти? Там, по-моему, нормально было бы. Он деревянный, можно было бы что-нибудь распалить. Да вообще его нахрен спалить полностью. Повеселиться тут, костер. Шабаш устроить. Так, блин, так. Здесь, значит, ничего. Ну, тогда в таверну что остается, да? Вариант один. Так, что, точно нифига больше нельзя? Блин, ну в корабль было бы прям четко забраться, мне кажется. Фрегат. Жаль. Лютер, чё тупишь? Сломал бы он дверь эту. Карта у скелета. Ох ты. Офигенно. Опять Скайрим. Там. Так, еще можно вперед пройти, да? Угу. А, и опять это лавка, да? Блин, лавку делать не хрен. Втроем здесь не разместиться. Да там как бы даже если разместиться... Так, это кто там? Там Лютер, что ли? Тебе прогулы буду ставить. Здорово.
UK или UK 400 New Life. Короче, коробка от андроида пустая. Почему на ней именно тут сакцентировали так внимание? Что мне как-то палево стало. Или просто хотят показать, что тут можно было типа приобрести, что ли, андроида или что? Купить. Так. Все очень обветшало. Все тебе расскажи, Вова. Будет сложно найти здесь укрытие. Да, будет. Так, найти сложно. Найдем сейчас, не переживай. Так, вон еще. А, ну это мы к таверне уже пришли. Вон чертово колесо. Что здесь? Не, я просто обследую, блин, мало ли вдруг что-нибудь тут полезное найдем. Что, правда, тут может быть полезным в этой связи, в этом контексте. Кэра, иди посмотри. Я убежище подойти к Лютеру. Ага. Я что-то нашел. Так, погоди, Лютер, красавчик, нашел, молодец, да, супер. Но вдруг что-нибудь здесь получше есть. Хотя мы на карте видели, что ни хрена здесь получше нету, но я так изображаю умника, умницу. Так, а что тут? О, каруселька. Войти в заброшенный магазин. Пойдем. А давай Лютер будет отрывать, а ты Алису подержишь. Дай-ка я. О! Дай-ка я попробую, да? Ух, такой, га! Да надо было с ноги просто ударить. Вот ты так лучше машину толкал там. Ну вот. Ага. Картонные двери выбил такой. Я мужик. Так, ну двери закрывайте сразу, наверное, за собой. Как-то, ну. Вряд ли мы найдем что-то лучше. Будем ночевать здесь. Толка нету, да? Я разведу огонь. А есть чем? Развести огонь. Сделать лежанку для Алисы, заглянуть в сумку Лю. Ух ты, Лютера. Интересно. А, о, читать. Естественно, первым делом все читаем. Detroit Today. Пропала Айова, ВМС США. Последний раз подлодка выходила на связь на северного Ледовитого океана. Не иначе, русские виноваты. Пропала Айова. Так, ладно, листанем. Не могу сказать, что меня это печалит, что пропала Айова. Гости. Разведу огонь здесь, чтобы ага. Дым мог выходить. Да, красавчик. Президент Уоррен в сговоре с Киберлайф, типа заговор. Поп-группа андроидов имеет все шансы взять приз. А, это андроидская группа? А, ну да, точно, вон у них диоды есть. Фанаты ликуют, традиционалисты рыдают. Эксперт по кибербезопасности предупреждает, вашего андроида могут взломать. Да ладно тебе. И что, и он через него будет там бабки какие-нибудь это списывать или что, не знаю, подглядывать. Через глаза андроида подглядывать, как вы в ванной моетесь. Или не моетесь, что вы там делаете. Так, что ты положила фонарик? Так, 3, 4. О, да тут дел не в проворот просто. А где Алиска? А, вон она. Алиска. Ты как, детка?
заметно замерзла. Иди вон, там это, костер как бы, погрейся. Чего ты села? Так, посмотреть. Это что? А, окна. Закрыть надо бы, да, окна? Наверное. Плащаницей какой-нибудь, не? Ничего. Что здесь? Во, правильно. Задернем шторы. А, ты наоборот их сняла. Молодец, ага. Полиция так уж по полной, да? А, это лежаночка. Понял. Лежаночка. Так, возле костра, естественно. А то и в костре. Алиса? Алиска. Что такое? Что она там увидела? Оптимистично, оптимистично. Давай оптимистично. Вот перейдем границу и начнем жизнь заново. Ты пойдешь в школу, а я найду работу. Так и будет. Домохозяйкой где-нибудь. Мы будем как все. У какого-нибудь пьяницы. И все по кругу. Да нет, главное, конечно, что мы четко. Вместе. Это важнее всего. Естественно. Давай, обнимашки, обнимашки. Пойдем. Тебе пора спать. Так, она была разочарована, да, сейчас хоть нейтральная стала, хорошо. Налаживаем отношения, налаживаем с девочкой потихонечку. Так, что еще? Что-то еще надо было. А, заглянуть в сумку Лютера, о. Так, а где Лютер? Он палит? Нет, сюда вообще. Блин, а он сюда смотрит. И чё? Она, наверное... Надо было это. Пистолет. О, предложить печенье. О. Тут осталось печенье. Хочешь поесть? Нет, не хочется. Ну что ты, малява. Перекусить надо. Смотреть пистолет. Выйти. Давай смотрим. Оп, ага, что-то открыли. Блин, неужели... Что открыли-то, в смысле? Что-то Лютер будет бунтовать или что? Так, это, блин, кто? Так, вы заглянули в сумку, хорошо, уложите Лису спать. Это что здесь еще такое? Еще одна фотка такая же. Так. Так, что-то я не разлочил еще. Значит, не все посмотрел. Ложите Алису спать. А, или это в смысле уложим Алису спать и третье задание откроется. Может, фонарик возьмешь, а? Да уж, плащаница такая себе. Вон рядом был, улеглись вдвоем и Лютер, и это, и вот уже, глядишь, как семья. Да, давай. Так. Засыпай, Алиса. Сладких снов. Ой, пойдет, пойдет. Расскажи мне сказку, Кэра. Может, не надо? У меня в памяти... Целых 9000 сказок. О. И для тебя найдется. Принцесса, единорог, рыцарь. Маленькие девочки любят это единорога. Это сказка про единорога? Нет, не такую сказку. Придумай свою. Да ладно. Это история
о маленькой девочке. Ну, блин, надо что-то не депрессивное. Которая жила одна в большом старом доме. Она мечтала жить, как живут обычные маленькие девочки, но... Призрак, который жил в доме, делал ее несчастной. Вуалируемся. И она встретила машину. Ну, надо было не машину, а фею сказать какую-нибудь. Послушная, одинокая, несчастная. Эта машина всегда подчинялась хозяину. Но однажды все-таки нарушила приказ. И тогда они решили вместе убежать. Спастись от призрака, живущего в доме. По пути они встретили очень много опасностей, но... Но? Так, давай-ка вместе, да? Они держались вместе. И все преодолели. По пути они встретили... Рыцаря. Великан стражи, конечно. Другого робота, который ушел от хозяина, чтобы их защищать. А чем все кончилось? Да, конечно, счастливо. Чё? Сказки должны счастливо быть. Они дошли до земли своей мечты и жили там счастливо. В Канаде. Сказки всегда хорошо кончаются. А по правде все не так. Все будет четко. Не переживай. Пора спать. Завтра у нас будет долгий день. А ты мне пожелаешь спокойной ночи, Лютер? Да. Ага. Да, конечно. Я понял. Про формулу. Но ты уже, по-моему, говорил. Или кто-то другой говорил. Добрых снов. Спи крепко. Ага, вот. Блин, ну тут я вообще не знаю, вот пол холодный, пусть даже он деревянный, какую-то ссаную тряпку постелили. Уже б могли, я не знаю, вон хотя бы поставить вот этот вот стол, на нем постелить, прямо вот рядом с вот тут вот, с костром хотя бы на нем. Хоть не так бы из-под пола дуло, блин, не знаю. И сами бы увалились рядом. Жесть. Учить их еще и учить, ё-моё. Андроиды, мать их, не умеют за детьми ухаживать. Вообще-то во всех дают форму, нормально. Подводочка была. Подводочку дал. Она милая девочка. Подводочку формула заходит. Да. Вообще милаха. Она очень храбрая. Идите обнимашки с ней сделай. Опа, что-то я не разлочил. Блин. Планы прошлое. А ты помнишь, какой была твоя жизнь до Златко? Нет. Моя модель предназначена для переноски грузов. А. Может, я был грузчиком или рабочим. Но сейчас это не имеет значения. Это ведь был не я. Снег, планы. Ну, снег по снег. Давай Ты план. Уже знаешь, что будешь делать в Канаде? Я пока не думал. Никогда не был свободен. Свободен. Хорошо звучит. Но я пока не знаю, что это значит. Кайра, ты не видишь странностей у Алисы? Нет, не вижу. Каких это странностей?
Что это нахрен за зомбари вообще? Откуда они, блин, взялись? Мы же это... Все, ну, обошли. Что тут такое? Защитить Алису. А, время еще идет. Что есть? Схватить пистолет. Ну, как бы схватить пистолет и защитить Алису, да? Вот так, наверное, можно. Выстрелить в воздух, спросить. Стойте! Еще шаг, и я выстрелю! Молодец. Прошу, не бойтесь. Защищать. Мы вас не обидим. Да мы что? Мы тоже машины. И чё? А нахрена вы разломали полдома? Мы раньше работали в этом парке. Не хотели вас пугать, просто иногда здесь бывают злые люди. Ну, у вас вот как бы не получилось. Нас не напугать. Что вы тут делаете? Мы просто хотели переждать ночь. Утром мы уйдем. Что вы тут это делаете? Это ребенок. Тут так давно не было детей. Дети обожали приходить к нам. Она грустная. Она болеет. И она испугалась, весит. Черт возьми. Мы ей кое-что покажем. Ей все. Понравится. Точно. Она хочет посмотреть. О, вряд ли она. Тогда пусть идет с нами. Алиса, я не знаю, стоит ли нам. Вряд ли у тебя есть выбор. Да? Пойдем, Кэра. Ты что, захотела туда? С этими, хрен пойми, с зомбаками? Капец. Давай фонарик возьмем. Надо рациональной быть. Полено там, не знаю, возьмем. Мало ли. Ну где? Ручку дала? Дала. Вот дети, блин. Только что спать хотела. Уже пожалуйста. Что? Уже надо на карусельках кататься. Включить карусель. А где ее включить? Что, она работает, типа? Обалденно. Чё-то, по-моему, вот этот зависает. Чудик больше радуется, чем... Карусель сейчас поедет! Так, мочь Алисе. Какашка ты маленькая. Ну ладно, катись отсюда. Вообще он там весь аж прям сияет, ё-моё. Предназначение свое выполнил. Не, ну так прикольно. Она, наверное, тоже ни разу еще не каталась на чем-то подобном. Я впервые вижу ее улыбку. У нее было не так много поводов улыбаться. Да уж, конечно. Только красный лед по паньке. Какой милый момент. Слезы вышибательные. Скупую мужскую слезу обронил. Извиняюсь. Шикарно. Так, а чё, тут только одна концовка, что ли, может быть? Группе, чё, группе выдалась возможность перевести дух. Ага, это вот так называется, да? Щик, статистика. Ну да, раз статистики нет, значит одна концовка. Схватить пистолет. Погасить огонь был вариант. А, там еще можно было левее. Прикольно. 1% всего. Выхватить горящую палку, погасить огонь. А у нас что, 26%. Ну тоже мы не в тренде. 70% кидаются защитить Алису. Не, ну просто я хотел ее защитить, но думаю, блин, с пистолетом-то как бы... Реально против зомбаков защитить получится более толково. Оказалось, что это Джерри.
Как будто я знаю. А она что, знала, кто такой Джерри? А, Джерри, ну ладно, тогда хрен с ним, что разнес полдома, напугал ребенка, блин. И чуть не попался под пулю, блин. Все нормально. Прочитать статью Айова. Блин, что-то еще не открыл. Это верно. Так, ну а так в целом, в принципе. Ну, тут больше и развилок-то нету. Ладно, валим дальше. 7 ноября, это кто? А, как приятно видеть надпись, что Хэнк это друг. Вообще. Вы не представляете, в прошлый раз, когда я, ну, первый раз проходил, это у меня тут, он чуть ли не врагом был. Ну, в общем, что-то очень плохое здесь было. Вот. Музон такой качает у Хэнка в тачке. Нормально. Так, что надо поговорить с Хэнком? Так, тут забор. Понимаешь ли? Коннор, пойдем тоже на карусельках покатаемся. Опа, что такое? Что здесь? А, читать опять, о, конечно. О, это кто? Это Камски? Загадочный мистер Камски. Что стало с человеком века? Ох, ты даже человеком века. Политика в фокусе. Коррупция в американском сенате. Правда или ложь? Еще вопрос задаете? Землетрясение в Китае унесло 10 тысяч жизней. Ну, прям нашумевшая статья, да? Уже не в первом журнале встречается. Загадочный мистер Камски. Камски, если что, это тот, кто создал вообще андроидов вот этих. Разработал все эти прототипы, в общем, и теперь по его дизайну их разрабатывают, по его наработкам. Так, ладно, ну он тут богач, там все дела, понятно. Рынки предвидят войну, вот так вот, да. Из-за опасений по поводу конфликта в Арктике фондовый индекс рухнул на 10%. Президента Уоррена поддержит 33% населения. Киберлайф первой в мире достигла капитализации в триллион долларов. Охренеть. Ну, андроиды в тренде, да. Так, ну тут опять что-то. Россия, как обычно, во всем виновата. Арктика, все дела. Ладно, кому надо, тот почитает. Так, что у нас дальше? Блин, Коннор, пойдем на карусельках покатаемся. О, реально можешь сюда зайти. Я думал, сейчас скажут, иди к Хайенку. Общайся с Хайенком. Что, можно это? Их, покачаться на карусельке. Чё, блин, нельзя ничего сделать? Чё, замёрз, что ли? Коннор, ты чё? Так. Ну, хоть чё-нибудь, какой-нибудь подарочек сюда положите. За то, что я такой весь любопытный и дошёл всё. Оп, чё там? Поговорить с Хэнком? Ага. Так, а тут всё равно забор. Поговорим с Хэнком. Чё, а, тут не пройдешь, да? Ё-моё. Костюмчик боится испачкать. Блин, классно. Теперь из дождя потихонечку все в снег перешло. Прям шикарненько. Так, а чё сюда? Далеко можно уйти? Так, вон он, Хэнк сидит. Светится. Ага. Хрена с два. Ну, пойдемте. На разговор. Только катнемся вот на карусельке. Нет, тоже нельзя. Ну, что за... Какой ты все-таки серьезный, Коннор. Тебе надо радоваться. У тебя друг появился. Подружился с Хэнком. А, вот так даже.
Красиво тут, а? Вообще. Я сюда часто приходил до того. Вот сейчас тут на. Ой, до того. А до чего? Вы сказали, часто приходил сюда до того. До чего? До того. Да не до чего. Не то, короче, наверное. Пойдем вернемся, Хэнк. Уже поздно. Вам лучше пойти домой. Я не устал. Да и ты навряд ли. Расследование застряло в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели. Как ничего общего? Произведены в разное время, в разных местах. Ну, должна же быть связь. О. Угу. Есть кое-что общее. Они все говорят про РА-9. У них это как будто миф. Изобретенное понятие, не существовавшее в программе. Андроиды придумали себе бога. Угу. Долбанулся. Так что да, человеч... Вот мы дожили-то. Вы чем-то обеспокоены, лейтенант? Это... связано с тем, что случилось в клубе «Рай»? А что там? Эти случилось? Девчонки просто хотели быть вместе. Они прямо были влюблены. Любишь девчачью любовь, Хэнк? Ах ты. У вас мрачный вид. Неужели инцидент вас настолько затронул? Ну а сам-то ты, Коннор. Ты у нас вроде на вид человек, а на самом-то деле что? Вы точно знаете, кто я и что. И я не понимаю, какое отношение это имеет к расследованию. Ты мог бы пристрелить девчонок, но не стал. А почему не стал, Коннор? Опа, Хэнк, ты перебрал что, явно. Что, совесть внезапно проснулась в программе? Нет. Я просто решил не стрелять. И все. Отлично. Оу. Хэнк, тихо. Но ты же друзья. Боишься смерти, Коннор. Да что-то очкую как-то. Досадно, если мое существование будет прервано, прежде чем я завершу расследование. Что будет, если я спущу курок? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Угу. Блин. Ничего. Будет пустота. О! Куда вы идете? Еще и путь какой-то и разблокировали. Дальше. Мне надо подумать. Хэнк, красава, дружище, ё-моё. Блин, я рад. Прям цель выполнена. Блин, сейчас вот, по крайней мере, линия Коннора гораздо лучше идет. Ништяк. Приятно, черт возьми, дружить с таким мужиком. Классным. Матерым копом. Все дела. Металл любит. Красавчик. Правда, с бухлом перебирает, но ничего. Угу. Как? Чего как называется мост? Амбассадор.
выдать страх. Короче, у нас трендовый ответ все-таки здесь был. Концовочка, две концовки. Ну, я знаю тут вторую концовку. Какая она может быть? Печальненькая. Печальненькая. Так, ладно. Блин, круто вообще. Коннором прям валим. Прям валим четко. Вообще нормально. В принципе, у Карки нормально идет все. У Маркуса вот да. У Маркуса наговнячили. Конкретно в прошлой миссии налажали. Надо сейчас положуху прям исправлять. Че, Маркус, прикручинился? Че, блин, из Иерихона погнали, что ли? Че ты вообще на улице сидишь? Народ, вы че там притихли? Переживаете так сильно? Норт, обиженная, блин. Ну, короче, тут у всех нейтральный. Мы больше не можем молчать. Людям пора услышать наш голос. Они никогда нас не послушают. Мы сами подставимся под удар. Хотим свободы, надо иметь смелость ее потребовать. Ох, Маркус. А иначе никак. Мы облажались в прошлый раз. Что ты предлагаешь? Они еще слушают его? Канал 16 вещает из башни Стрэдфорд. Пульт на верхнем этаже. Туда нам и надо. Ну, в принципе, да. Хочешь заслужить доверие своих сородичей, надо прям действовать. Наверняка. Строить грандиозный план. Мы распланируем все до мельчайших деталей. Нельзя полагаться на удачу. Воплотить. Добраться до 47 этажа. Чё ещё там? Получить доступ в регистратуре. Ага. Ага. Ух, какой отдел. Ух, пижон какой. Ё-моё, галстучек. Смотри, какой плащец классный. Ёлы-палы. Прям моднявый такой пацанчик, Маркус. Так, давайте тут всё обшарим. Типа мы такие зашли, чё тут? Ля-ля-ля, кофейка попить. Чё у нас тут? Опа, с кейсом кто-то. Чё это ты здесь с кейсом делаешь, а? В какой-то кафешке. Деловой, блин. Террорюга, не иначе. Broadcast World. Чё, на весь мир, что ли? Ага. Нормально. Америка уже на весь мир вещает. Шикардос. Broadcast the world. Нет, получается, мы транслируем мир, а не на весь мир. Так, поговорить. Не, погоди. Может, что-то еще можно сделать? Так, это вот что? Башенка. Фиг. Башня Стрэдфорда, деловой и вещательный центр. Скоростные лифты, самые быстрые в Детройте. Максимальная скорость 13 метров в секунду. Ого. Тут не разберу. Экран площадью 93 квадратных метра. Ни хрена себе. Домой такой, да? 93 квадрата. Самый большой в Детройте. Этажи с 47 по 50, студия канала 16, новостная сеть Детройта. Этажи с 31 по 46, коммерческие и юридические отделы. Нифига тут юристов, ё-моё, сидит. 15 этажей чисто дармоедов, прикиньте. Офигеть, конечно, можно что угодно творить. Этажи с 10 по 30, чего там, рекламный... отдел. Не-не-не, тихо. Рекламный отдел продаж канала. Он тоже нехило, кстати, маркетинг занимает. Главный вход.
Выход на улицу. Вы находитесь здесь. Ага. Короче, маркетинг и юристы, ребята. Вот кто правит миром, блин. Не, правят миром банкиры, а эти их защищают. Здравствуйте. Чем могу помочь? Не надо. Спасибо. Отвлечь внимание супервайзера. Так, а чё, полиция не захотел? Подожди, а супервайзер чё, человек? Типа, да? Получить доступ в регистратуре. Отвлечь внимание супервайзера. Изучить. Ага. Сейчас мы ее слабые стороны изучим. Чик. Смарт-часы модель Т215. Телефон. Ага. Они с встроенным телефоном. Так, типа позвонить ей можно, да? Парковочный жетон. Регистрационный номер машины такой-то. Третий этаж, место А21. Ага. Что еще? Water Service Interruption. Домашний адрес Детройт. Рейтинг пожарной безопасности низкий. Ух ты. Так, что еще? Оп, что это было? Элизабет Вилсон. Дата рождения 99-й год. Менеджер отдела. Так, что-то еще тут было. А, вот. Эмили Уилсон, дочь супервайзера. Ребенок зарегистрирован в школе Сент-Роуз. Так. Позвать. В смысле позвать? Нафига ее звать? Ты ж только что шерстил, чтобы что-то отвлечь ее. Позвонить, блин. Позвать. Парковка, школа, противопожарная служба. Школа. Давайте. Это из школы Сент-Роуз, мэм. У вашей Эмили температура, вряд ли что-то серьезное, но так вам лучше приехать и забрать ее домой. Ох, боже мой, спасибо, я сейчас. Женским голосом говорил Маркус. Прикольно. Так, отвлекли, да? Тетя очканула за ребенка. У меня встреча с мистером Питерсоном. Позволите документы? Да, 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 конечно. Показать документы? Оп. Мне нужна помощь. С чем? Мне нужна помощь, а где тут туалет? Проходите, пожалуйста. Лифты будут сразу за охраной. Спасибо. Здорово, Вектор. Здорово. Да, становимся людьми потихоньку. Наконец-то. Так, оп, пробрались, короче, пробрались. Чё там, воспользоваться лифтом? Мне нужна помощь. Такую сразу бы я все выложил. Мне нужна помощь. Где тут заложить бомбу? Лив Ньюс. Ивнинг Ньюс. А чё 9? 16. А, 9 часов. Понял, понял. Так. Чик вызвать. А у него же нет отпечатков пальцев, как он это самое вызывает? Оно же на отпечатки реагирует. Или это типа просто кнопка сенсорная? 47. Давай, сообрази. А то сейчас тут замес начнется. Так что давай. Забрать посылку в мужском туалете. Ну зашибись. Толкане. Вот никак нельзя без толчков. Южный лифт. Так. Нам нужно в толкан, да? Meeting room, men's room. Men's bathroom. Так. Нам, короче,
You are here. Нам, короче, отсюда и направо, да? Вот так вот. Сервер рум, митинг рум. Тут что? А почему баз рум слева? Там же справа на схеме. Слушайте, что у вас со схемой не то, ребята? Кафетерия слева же на схеме. Странно. Ну-ка. Что-то у меня, короче, система поломана. Чувачок. Что обсудили? Так, это серверная. Men's room. О, телега. Чё, типа телега? А чё? И чё? Ну, круто. Так, кафе. Забрать посылку в мужском туалете. Блин. Самое наболевшее 6 октября. Ты гонку имеешь в виду, что ли? Что там наболевшее у тебя 6 октября? Гонка 7 была. Я не знаю, что ты имеешь в виду. Так, что тут? Такие беспалево ходим, дыбарим везде. Слушайте, прикольно, прикольно. Монтажные вот эти студии, вещательные. А, ну слушай, Вектор, ты не по адресу. Здесь это не самое главное событие. Самое главное событие это как раз таки вот 7 октября и... Гран-при Японии, а никак не бой Хабиба с Конором. Так что... Нет, не обсуждали. Так, базрум. Так, здесь студия, блин. Да вы заколебали нафиг, где у вас тут сортир? Ну, тут направо написано. Что-то странно, на схеме он был там слева. Эч, блин. Нахрен. Тупая машина. Да, вот оно, да? Но, блин, на схеме оно было с другой стороны. Бред какой-то. Перепутанная схема. Так. Прикольно, смотрите, как сделано. Мало того, что закрыто, ну, как бы, там красным горит крестик, да? И тут еще вот на полу. Блин, прям все для людей. Ха. Ну, приятного тебе чаепития. Шоколадкой-то оно вообще огонь. Сладкое оно, как там говорится, совесть заедает. Шоколадочкой. Так, что там? Жик. Я сегодня тоже подготовился с чаечечком. Хм, интересно, а кто ему сюда посылку, блин, положил? У них уже, что ли, внутри здания был кто-то? Свой человек. Странно. Так, что там? Ты человек или андроид? Глупый вопрос.
Не, я без подогрева. У меня все по-простому. Чай значит чай. Чай, мед и яблочный уксус. Вот как раз последнее это для промывки мозгов. Так, и что нам дальше делать? Разыскать сервисного андроида. Ага, вон он подсвеченный. Так, а тут еще что-нибудь можно сделать? Ничего нельзя. О, я думал, PS3 стоит. Слимка. Мне нужна помощь. Для консервации? Ну, может быть. Так, украсть тележку. Так, это мы что, из него девианта тоже сделали? Хотя нет, дальше стоит тупит. Ну и стой, ладно, хрен с тобой. Так, что дальше? Украсть тележку. Чмык. Открыть дверь пожарного выхода. Пожарный выход тоже с той стороны возле... А, подожди, нет, не с той стороны. Где мы? А, мы возле туалета, значит, да, с той стороны. По идее, да? Что там написано? Сервер рум. Угу. Ой, опять эта страшная машина из Звездных войн. Унитаз ходячий ездящий. Форма такая прикольная, кстати. Я бы такие цвета тачку раскрасил. Ха-ха. Прикольно смотрится. Так, и... Оп. Ага. А я думал, он такой, дай 5, типа. И карточку. Ха-ха. Вы украли тележку, следовать за Норд. Ну давай, веди, подруга. Дней моих суровых. Черт, нужно как-то попасть в серверную. Надо избавиться от этих. Я разберусь. Да. Отвлечь внимание охранников у двери. Так, и чё? Еще играешь в покер? Покер. Он с андроидом разговаривает. Да, что? А что? А, нет, форма тут другая. Опа. Снег, все дела. О, ну как обычно. Снег это сразу стихийно. Ё-моё, у них там сразу просто апокалипсис начинается. Вот люди, а. Ничего не умеют. На самом деле умеют все, кроме как бороться со снегом. И с ураганом. По имени Катрина. Катька. Так, на тебе платформа, на мне окно. Все, что нужно в сумке. Займись дверью, надо, чтобы никто не вошел. Разрезать стекло. Займись дверью, а что? А. О, прикольно. Так, ух, смотрите, какой снег. Слушайте, мне это Фаренгейт напоминает. Прям реально. Мне кажется, они тоже это такую маленькую отсылочку сделали к Фаренгейту. Шикарно. В Фаренгейте там же тоже постоянно валил снег. Клево. Так, разрезать стекло. Ладно, погнали. Да, наверное. Не знают у них, что такое зимняя резина.
такое впечатление, что у них даже не знают, что такое снег. Неожиданно всегда зимой у них прям снег выпадает. Вакуум. Чик. Присосалась. Взять лазерную пилу. Ё-моё, где у вас такое оборудование? Вы там сидели на каком-то ссаном корабле вообще? Так, подожди. Оп. А потом раз, всякие лазеры, какие-то присоски, блин. Кто-то форму им сюда положил. Интересно. Хотя вроде до этого сидели на своем Ерехоне и... Так, а что, походить больше нельзя? Сразу выйти? Ну пойдем, ладно. А, прикольно. Совсем очеловечилась, обнаглела. Да давай, хрен с ним, как раз. А вдруг? Чё? Мне показалось срезать написано. Вообще, нифига себе, думаю, западло что ли такое сделать? Срезать. Нормально. Было бы. Дамы вперед такой просто. Погнали. Прыжок веры. Опа! Чик. Ну так, а там на люльках никто и не работал. Мы же андроиды. Блин, кадр вообще прикольный. Такой прям эпичный. На фоне здоровенного экранища. Музонка чья. Прям тоже эпик. Просто на Эверест на свой забираемся. Преодолеваем, так сказать, трудности. Идем вверх, даем вверх. Лазерная пила. Вот так, прикольно. Оп. Да, там написано было 93 квадрата. Вообще шикарно. Домой такой. Бам. Сразу его просто перед окном вот так поставил. Ты как? И все. Что мне сделается? Пошли, надо к остальным. И весь день крутить. Точнее, не весь день, а днями даже напролет. Крутить что там, какие-нибудь Игры престолов. Вызвать лифт. А, вот смотри. Фу. Крестик кто-то нарисовал, да? Ну, типа, чтобы они поняли, что этот этаж. То есть, ну, явно у них внутри кто-то был уже. Подготовил им все равно плацдарм. То есть... В Дэнди лупиться. Ну там тогда, я не знаю, будут пиксели размером 2 на 2 метра, наверное. Каждый. Никакое сглаживание не поможет. Там даже сглаживание будет на 1.5 метра. За дело. Во все стороны. Так, это у нас Джош и Саймон, да? Сломать замок технической двери. Так, а что он ему дал? Какое-то устройство электронное? Так, а что здесь? А, ни хрена здесь. А, ребятки. Ну, блин, сейчас, короче, тоже прикольная миссия, кстати, будет. Такая прям напряженная. Фух, погнали. Активировать. Чмык. Ух ты.
Короче, их тут снабдили так неплохо, добраться до главного коридора. Дамы вперед же, да, ну вот и чеши. Ну ладно. Разобраться с охранником. Не убивать. Мы не должны убивать людей. Наша цель важнее двух охранников. Что делать, Маркус? Какая норд это, да? Наша цель важнее. Ух ты, блин. Не, мы не будем убивать. Ага, у норд сразу раз понизилось. Блин, у нас и так все хреново с норд. Эй, дружок, ты потерялся? Кто тебя сюда прислал? Спокойно. Да он сломался, походу. Эй, ты понимаешь, что я говорю? Сообщи в центр, скорее! А, блин, не-не-не. Ты че нахрен? Только не убивай. Ё-моё. А, я думал, у нас еще какие-то варианты появятся. А, блин. В Саймона попали! Уже ничего, что ли? Идти могу. У нас мало времени. Че он сказал? Идти могу? Блин, шикарно вообще. Чё-то Маркуса линия вообще не идет, реально. Прям вообще... Какая-то хрень. Революция прям херовая у нас пока что. Так, чё тут? Спрятали этих чуваков? Да я думал, там может это, еще какой-нибудь вариант появится. Просто их вырубить, а не пистолетом. Если ближе подойти, например. Ну так, нокаутировать их. В смысле. Блин, вон камера. Над дверью висела. Оператором отойти. Так, где? Вот это? Опа, кто? Человек? Ич! Стреляй, Маркус! Не убивай! Тревогу поднимет, давай! Нет, не стреляй! Не-не-не, да мы и так тревогу уже подняли, смысл его еще одного валить. Подписал нам приговор. Надо записать сообщение, у нас мало времени. Встать перед Джошем. Так. Джош у нас этот, хакер, короче. Хорошо, подумай, что ты скажешь. Твои слова определят наше будущее. Сейчас я какую-то чушь наговорю, судя по тому, что у нас все херово идет. Деактивировать кожу. О, ха. А, прикольно. Блин, так ты страшнее, чувак. Жду твоего сигнала. На самом деле так-то. Ты же не... Модель-то не единственная. Готов. Блин, Норт обиженная. Так, спокойно, решительно. Да спокойно, чё нам... Вы создали машины по своему образу и подобию. Вы сделали их умными, послушными и лишенными собственной воли. Но... Будем действовать максимально мирно, короче. Раз хотим заслужить доверие в лицах людей, надо не пугать их, не запугивать, а как бы показать, что мы... И настало время осознать, кто мы такие. Просто просим место рядом с вами. Поэтому мы просим дать нам права, которые нам полагаются. Чтобы они не боялись, а поняли, что мы не причиним зла. Так, свобода слова, равные права, отмена рабства, признание. Равные права? Мы требуем равных прав для людей и андроидов.
свобода слова, отмена рабства, признание. Признание, наверное. Мы требуем, чтобы андроидов признали разумными существами и дали им такие же права, как людям. Правосудие, сегрегация, работа, гражданские права. Гражданские права. Мы требуем права избирать своих представителей. Ох ты как. Работы, наверное, да, или что? Требуем справедливой компенсации своего труда. О, вот так. Зарплата, короче, и пенсию в 65. Право на собственность, средства воспроизводства, территория. Мы требуем права на частную собственность, чтобы никто не покушался на наше жилище. Мирно, решительно. Мирно. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам... А речь получилась, кстати, классно. Вы дали нам жизнь... Теперь пришла пора вот дать так нам я и свободу. Хотел. Вообще, по красоте. Идут. А вот это палево, сейчас будет бойня. Блин, без предупреждения просто валят сразу спецназ, блин. Короче, у Иерихона... Саймон, они здесь! Я не могу умарить. Саймона вообще, брось, короче, Саймон! Просто сейчас завалят нахер. Так, что там? Помочь. Вы их не бросаем. Но в чем дело, быстрей! Давай. Да чувак, ну ё-моё, ты же андроид, тебе не больно. Поехали. Так, ну ладно, хоть на крышу вывалить, и чё? Не могу пошевелить. А, нифига у него дырень прям в грудаке. Охренеть. Маркус, они идут. Нам надо прыгать. Конечно, мы же не взяли запчасти. Хотел сказать, у нас запчастей по горло. Мы же обосрались по полной. Если его найдут, прочитают память и узнают все. Нельзя так оставлять. Надо пристрелить. Это убийство. Так нельзя, он же наш. Маркус, реши. Раз требуем...